тебя ждать будем, слышишь? Сколько надо, столько и будем. Здрасте. Выглядите спокойно. Так мне скрывать нечего. Фитин Павел Михайлович, 1907 года рождения. Каждому есть что скрывать. Все вы теперь слушатели школы особого назначения. Образование высшее, инженерный факультет сельскохозяйственной академии. Опыт руководящей работы. Организатор, актер и режиссер. Следующие 8 месяцев вы будете находиться здесь. Вопросы есть? А зачем нам сказали наши вещи оставить? Теперь у вас ничего своего нет. Только чужое. Чужая жизнь, чужое имя, чужой язык и чужие вещи. Что это? Обязательства. А не разглашение государственной тайны. Разведка ищет друзей, контрразведка врагов. Вы будете искать друзей. А где все работающие в этом кабинете находятся здесь? Каждый ваш промах может послужить основанием для подозрений. Тот ли вы человек, за которого вы себя выдаете? Даже если вас не слышат, артикуляция на другом языке может привлечь внимание. У вас нет права на ошибку, товарищ Фитин. Я начальник разведки! Я должен знать! А решения, которые принимаются наверху, даже если они принимаются через мою голову! Если ты даже на один день ошибся! С этого момента об этой операции знают только трое. Все они сейчас находятся в этой комнате. Любая мелочь важна. Любая. Мы их раздавим. Я обещаю. Служу Советскому Союзу! 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 Вы нам подходите. Для чего?